Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Octagedon Continue. Так, ну что, сегодня я хочу, наверное, допройти все-таки игру. Вот так вот выглядит у меня мой осьминог. И я думаю, что брать нам больше пока ничего не нужно. Да и денег у меня не хватает. Так, ну что, Белый дом. Это, по-моему, последняя у нас миссия, как вы мне написали в комментариях. А вот смогу ли я справиться, не знаю. Блин, а у меня всего 4 сердечка. Ёлки ты палки. Слушай, таким макаром я далеко не уйду. Наверняка. Так, тихо. Эй! Да ну хорош. Чё-то я не помню, чтобы такая лютость на меня шла. Блин, у меня даже шапки нету. И как я, интересно, здесь буду проходить? Вы чё, сейчас серьезно, что ли? Эй! Со всех щелей ты видел сам, да? Ну, есть контакт. Сломали? Сломали. Все, двигаемся дальше. Так, вот это все барахло нужно разнести. Тут самолеты невидимые, в общем. О, еще и вас-то тут не хватало. Ну вот, конечно же. Конечно. Блин, надо сваливать отсюда, ребят. Так, отлично. Сейчас электричество здесь... А, вот так сделаю. Сделал и подумал, а зачем я это сделал? Ух, ё-моё. Ну, я не знаю, друзья. Осталось всего лишь 3 сердечка. Ну, дойду я даже, если до босса, предположим. Как я буду с ним бороться? Когда у меня всего 3 хп. Ну, нет, тут, видимо, придется начинать все заново. И при этом терять еще жизнь. Блин, вот этого я как раз и не хочу. Да что такое? Опять что-то прозевакал, да? Ну все, все, понятно. Тут, короче, хочешь не хочешь, придется начинать все заново. Но в том, что мы начнем с тобой заново, есть небольшое преимущество. Мы сможем немножечко все-таки здесь апгрейдить нашего осьминога. Ну, я в плане того, что мы можем... Да акулы достали уже. Это была вынужденная необходимость. Так, вот этих надо, ребята, отгонять от нас. Которые крутятся возле нас. Ох, ё-моё. Да что, вот я вот, ребят, не понимаю, кто по мне попадает. Или я просто элементарно этого не вижу. Ну, давай ты, вот, все, взорвали. Одно сердечко. Смех на палке. Да, все растрезвонил. Ладно, у нас, по-моему, есть еще 2 хпшки. Точнее, 2 жизни. Ну вот я дошел до босса. Так, откатились мои питомцы. Ну, с одним сердечком действительно здесь делать нечего. Можно как-то это пропустить? Нет? Чирикает у меня здесь орел. Так, ладно. Колокол, да, готовит? Да-да-да, готовит, я вижу. Погнали дальше. Я не понимаю, куда им нужно бомбить? В тело? Оу. Или куда-то в определенную точку. Если просто кусать, то это круто, ребят. Так что... Ой, колокол готовит. Да ну, это бесполезно. Можно, кстати, попробовать, знаешь, что сделать? Несколько вот таких вот тирексов взять. Они вроде бы мощно бомбят. Но, опять же, помнишь, когда у него будет вторая фаза? И он будет... Так скажем, летать. Да. Завалили меня этим шариком. Давай посмотрим, что он нам предлагает здесь. Да ничего не предлагают. Ничего абсолютно. Ё-моё, ну и что ты прикажешь делать? Ничего. Оставляем все как есть, ребята. И опять идем с вами до босса. Только здесь наша задача как можно больше сохранить ХП.
И защиту, естественно, ребят. Да, отдуплитесь уже, просто заколебали, а? Вокруг меня тут кружится. Лучше бы, конечно, мы с тобой нашли бы где-нибудь еще одного тирексика. Я имею в виду именно лапу тирекса. И тогда у нас, наверное, все было бы намного лучше. А может быть и не лучше, фиг его знает. Ладно, сейчас дойдем, попробуем все-таки с тобой быстренько ушатать этого босяру. Да ё-моё, думал, сейчас все-таки нам кобздарики, но нет. Давай, челюсти, челюсти, челюсти. Какая, блин, двойная волна? Такого не должно было быть. Двойная волна. Куда ты лезешь? Там же напруга была. Приходится вот так вот отбиваться. Давай, давай, кусай. Так, а этих надо челюстями. Воу. Да твою, блин. Трэш просто, натуральный, самый натуральный трэш. Со всех щелей лезут. Блин, ну уже одно касание мы с тобой потратили. У нас на шапке, вот на этой, которая у нас экипирована, доступно 5, ребята, касаний, так что... Пришлось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ладно, погнали. Давай, взрывайся. А эти демоны так меня и будут, да, преследовать? До последнего. Плюс еще, естественно, летающие акулы. Как же без них-то? И даже не могу их схватить тирексом. Тирекс, ребят, насколько я понял, это, по-моему, самая максимальная атака. Именно вот у этой клешни. Так, ну что, мы дошли с тобой до Белого дома. У нас получается с тобой 4 дополнительных касания. Плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Короче, 12 касаний у нас с тобой есть. И вот за эти 12 касаний мы должны пройти босса. Плюс первая фаза. Вторая, я не знаю, будет ли там третья фаза. Колокол сразу готовит. Странно. Я думал, что это хоть как-то будет, ребят, нам помогать. Нифига нам не помогает. Наши питомцы, они просто не бомбят. Они даже не станут этого роботеку. Так, тихо, куда там под... Ага, вижу. Ну! Все это нужно успевать, не попадать. По таймингу, грубо говоря, работать. Так, давай, 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 ракеты. Бумс. Возвращаемся обратно. Живучий гаденыш, а ты посмотри. Так, мы здесь с тобой постоим. Давай, давай, быстрее, колокол, уходи отсюда. Так, переждем здесь. Опять готовит колокол. Отходим. У него даже здесь есть несколько фаз. Ну, ты, наверное, заметил, да? Он начинает, во-первых, ускоряться. Так вот, опа. Да-да-да, я совсем забыл, что у него две фазы здесь. И он их уже, кстати, применяет. Он начинает выбрасывать больше ракет. Колокол опять готовит. Окей. Так, возвращаемся. Быстрее, 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 быстрее. Так, не должен попасть. Так, половину здоровья мы отняли, да, у него ровно. Он уже три бросает. Три шарика плюс, естественно, ракеты. Без ракет никуда, а? Ой, опять колокол готовится, ё-моё. Надо же, не попал. Удачи, удачи, ребята. Маневрируем. Так, что-то там опять планирует. Ага! Да как так-то? Блин, он же сейчас лучами будет бомбить, да? Да-да-да.
тут же у него чисто луч идет. И вот он начинает, ребята, просто меня доводить. И опять колокол свой готовит. Ну, естественно, куда же без колокола-то? Плюс ракеты. Да, тут, конечно, проблемка у нас. Конечно же, нужно нам с тобой как можно быстрее сломать робота. Так. А, у него уже колокола нету, ну и слава богу. Так, осталось чуть-чуть. И первая фаза закончится. Есть контакт. А что, тут разве будет самолет еще помогать ему? В тот раз разве так было? Точно, он же гранаты еще отправляет. Да ё-моё, тихо. Блин, совсем забыл про это все. Да ну. Да ты завязывай, парень. Луч. Блин, он специально их что ли прикрывает? Самолеты-то эти. Упс, чуть было не напоролся. Уходим. Он как-то меня специально, ребята, вылавливает. Прекрасно, хотя бы так. Ой! Зачем? Зачем я встал? Я просто не видел, ребят. Да ё-моё. Да чтоб ты... Да... Ну давай еще погибнем здесь. Просто я эти гранаты не вижу, куда он там откидывает. Точнее, как бы я вижу, что он их бросает, но я не могу понять. Ходим отсюда. Опять луч. Опять луч. Ёлки-палки, сейчас мне повезло. Что-то мне подсказывает. Я целенаправленно сам попадаюсь под эти гранаты. Ой-ой-ой, уходим. И стою, главное, уходим и стою, любуюсь. Неужели все, ребят? Не верю. Все? Ха-ха. Так. Ха-ха. Октагедон. Да. Отомстил, грубо говоря. А что же мы с тобой за ДНК такое получили? И... Подводная лодка. Ага. Подожди-ка. А что я должен... Отбивать? Это что такое? На тебе. А, ну все, друзья мои. Это у них такая концовочка. Ну что, самое главное, что мы с тобой... Прошли игру. Да как же ты долго его бомбишь-то? Вот так, в хламину. Нам следующий домик дали. Слушай, ну игрушка мне понравилась, ребят. Вот серьезно говорю. Прикольно, жалко, что она так быстро закончилась. Я бы с удовольствием бы в нее поиграл бы в продолжение, но нету. Может быть, есть какие-то похожие игры? Не знаю. Так, ладно, давай разбомбим этот домик. Мне, знаешь, что интересно? Что же нам все-таки дали за ДНК в конце? Нам же не показали. Может быть, сейчас после титров мы что-то с тобой новенькое увидим. Во, как лучше, двумя, правильно. Давайте мне следующий дом. Вот так вот, очередно. И музон еще такой прикольный. Не спасибо, суши-шефу. Ага, это, кстати, именно с него все началось, да? Медали, что такое медали?
Я даже ни одной медали не получил, прикинь. А тут смотри, мы с тобой играли на нормал мода. Тут есть хард мода и какой-то океан. Магазин. Ох ты, смотри. У нас есть какой-то новый пеликан ДНК. ДНК дельфина. Черная мамба ДНК. Уху. Фига себе, черная мамба ДНК. Интересно, что это? Что-то ускоряет. Да. Тоже какой-то, как типа морской еж или фиг поймешь, что это такое. И при этом, при всем, нам еще дали одно дополнительное сердечко за покупку вот это. Ох ты, нифига себе, королева пчела. Вот это было бы, наверное, круто. Мы с тобой играли обычными пчелками, да, которые у нас имеют самонаводящее жало. А здесь то же самое, только написано ускоренный выстрел. Ну что, дорогие друзья, на этом, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!